Добрый вечер. Сегодня я хочу вам рассказать про маленького судью. Кто такой судья, который все судят, всех судит? Какое это имеет отношение к нашим сегодняшним делам? Ну, вы знаете, что нас всех Ашем судит сначала в еврейский Новый год, в Рош-Ашану, а потом в судный день в Йом-Кипур. Ашем судит нас всех. Но это суд небесный, суд Ашема, а есть у нас суд земной, который тоже определяет, кто прав, а кто виноват. И Ашем, он обязательно в этом суде тоже участвует. Но история, которую я хочу вам рассказать, она начинается с того, что стояли рядом на рынке две маленьких лавочки. Ничем они не отличались от всех остальных лавочек, которые были на рынке. В одной лавочке продавали духи, всякие пахучие вещи, а в другой продавали разные масла. Масло подсолнечное, масло оливковое, масло кукурузное. Всякие разные масла там продавались. В той лавке, где продавалось масло, там продавцом был Реб Мойше. Реб Мойше, он, как вы догадываетесь, кто он был, еврей или не еврей? Еврей. Да? А в соседней лавке, где продавали всякие духи, всякие пахучие травы, там хозяином этой лавки, продавцом был Ахмад. Кто он такой был, еврей или не еврей? Ахмад. Нет, еврей. Не, не еврей. Ахмад, он не был евреем. Ну, то, что он не был евреем, в этом ничего плохого нет. Но дело в том, что когда к нему приходили покупатели, он у них спрашивал: «Чё нужно?» Он был такой важный, что он никого не уважал, никого не любил. И он спрашивал: «Чё нужно? Чё пришёл?» И когда у него просили какие-нибудь духи или какие-нибудь приятно пахнущие травы, он их бросал на прилавок и говорил: «Это стоит 10 золотых!» Если ему кто-то, у кого-то не было 10 золотых, он дал монетку 20 золотых, да? Ему что нужно дать обратно? Ему вернуть что? Сдачу. Да. Ахмад всегда обязательно обманывал. Он давал ему сдачу меньше, чем положено. Как вы думаете, много людей хотели приходить к Ахмаду покупать? Нет. Никто не хотел у него покупать. Редко-редко когда-нибудь к нему заглядывал какой-нибудь покупатель, который еще не знает, какой он обманщик и какой он мрачный и вредный человек. Ой. Как вы думаете, он много зарабатывал? Нет, потому что покупатели не хотели к нему приходить. А у Реб Мойше было совсем все по-другому. Хотя он продавал не такие дорогие вещи, он продавал не духи, он продавал масло. Но каждый человек, который приходил к нему в лавку, сразу получал, во-первых, улыбку. Во-вторых, он получал... «Здравствуйте! Здравствуйте! Заходите, пожалуйста!» И он сразу предлагал: что вам угодно, что бы вы хотели купить. Он разговаривал вежливо, уважительно. И никогда, никогда никого не обманывал. Как вы думаете, почему он никогда никого не обманывал? Праведник.
Ну, а что праведник? Вдруг, ну, может, кто-нибудь пришел, можно потихонечку, потихонечку его обмануть, никто не узнает, никто не узнает, а? А, потому что Ашем все знает. И Реб Мойше, он знал, что Ашем всегда здесь, и Ашем все знает. И делать вещи неправедные ему было стыдно перед Ашемом. Перед Ашемом было стыдно делать вещи нехорошие. И он ему даже не хотелось делать вещи нехорошие, потому что он любил Ашема и любил всех людей, которых создал Ашем. Ай. Ахмад все время ему завидовал. А почему это у еврея так много покупателей, а ко мне никто не идет? Почему все идут к нему в лавку, а не ко мне в лавку? Наверное, он что-то такое придумал, чтобы всех покупателей у меня забрать. Почему у него так много денег, а у меня нет денег? Все время Ахмад завидовал. О, и он решил подсмотреть, что такое происходит у Реб Мойше в лавке. Их лавки стояли одна рядом с другой, рядом-рядом. Их разделяла только одна тоненькая деревянная стенка. И вот однажды ночью Ахмад пришел в свою лавку. Он принес молоток и долото. Долото — это такой острая железная такая палка с острым концом. И он стал стучать в стенку. Тук-т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 ук. Видно? Видно, что он стучит в стенку долотом. Что-то такое он со стенкой делает. Что-то такое он с ней делает. Он в ней пробивает дырку. Ой, зачем он пробивает дырку, Крэб Мойше, в магазин? Он пробил маленькую-маленькую дырочку, ее почти что не было заметно. Вы знаете, он стал каждый день, ему скучно, к нему никто не приходит в его лавку, он каждый день в эту дырочку подсматривает. Каждый день он подсматривает. Опять пришли покупатели к этому еврею. Опять они к нему пришли. Почему ко мне не идут покупатели? Опять он заработал больше меня денег. Каждый день он подглядывал в эту дырочку. Ой, однажды в конце дня он увидел, как Реб Мойше собирает все деньги, которые он заработал. Он их собирает, считает, сколько денег он заработал. Вот он одну монетку, другую монетку, третью монетку. Ой, 100 монеток! Уай, 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 как много монеток он уже собрал. 100, 150 монеток, 160 монеток. Ой, сколько у него денег! Ой, Ахмад, ой, как ему было обидно, что у Реб Мойше так много денег он заработал. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Почему эти деньги у него, а не у меня? Я хочу эти деньги, сказал Ахмад. И он стал думать и придумывать, как бы ему получить деньги. Как бы ему получить все эти деньги, которые заработал Реб Мойше. А он увидел, что Реб Мойше складывает все деньги, он складывает их в красный платок. Видно, куда он складывает деньги? Да, вот он туда их складывает. Он аккуратно завязал. Ахмад смотрит, у него глаза почти что вылезли наружу. Как много денег я хочу, я хочу, 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 чтобы они были моими. Ой, ой, как он хочет чужие деньги, которых он не заработал. Он смотрит в дырочку, подсматривает. Ой, как он их хочет. И он придумал страшную вещь.
Он придумал, я сейчас всех обману, решил Ахмад. Я скажу, что у меня украл Рыбмойше все мои деньги. И тогда все деньги, которые он заработал, их отдадут мне, и они станут моими, придумал Ахмад. Он выбежал на улицу и стал кричать: «Помогите, помогите, спасите! Ой, ограбили! Ой, я несчастный! У меня забрали все мои деньги! Спасите, помогите! Полиция, помогите!» Ой, как он кричит! Сбежались все люди. Пришел полицейский. «Что случилось? Кто украл? Кого ты подозреваешь? Кто ты думал? Про кого ты думаешь, что он взял у тебя твои деньги?» И тогда Ахмад, он сказал: «Только-только мой сосед, который продает масло, только он видел, как я завязывал все мои деньги в красный платок, в красный узелок. Больше никто не видел этого. Я думаю, что это он взял все мои деньги». Пришли полицейские в лавку к Рыбмойше и стали у него требовать: «Где красный узелок с деньгами?» «Вот», — сказал Рыбмойше, — «вот красный узелок с деньгами». «Ты почему забрал деньги у Ахмада?» — закричали на него полицейские. «Что вы, я не брал денег у Ахмада. Это деньги, которые я заработал в моей лавке». «Нет, эти деньги ты взял у Ахмада, иначе откуда он знает, что все эти деньги лежат в красном узелке, в красном платке?» «Ой», — схватили Рыбмойше и посадили его в тюрьму и сказали, что скоро будет суд. Пришли к судье, к городскому судье пришли. Показал я вам, как схватили, да, вот. Пришли к городскому судье, и Ахмад ему говорит: «Ой, он меня обокрал, он забрал все мои деньги. Ой, что я теперь буду делать?» Рыбмойше говорит: «Нет, я не брал его деньги. Я заработал сам их, он обманывает». Все люди смотрели на этот суд, и судья думал, кто же прав и кто же виноват. Он никак не может решить. Этот говорит: «Мои деньги», этот говорит: «Мои деньги», этот говорит: «Я заработал», этот говорит: «У меня украли». Никак он не может решить, кто из них говорит правду, а кто обманывает. Никак не может он решить, кто из них говорит правду, а кто обманывает. Ой, он увидел, что он не может решить, и он, судья, он послал их к главному судье над всем городом, к градоначальнику, к самому главному, который там был. Ой, они пришли к главному судье, и тот тоже никак не может решить, кто прав. Как доказать, что это его деньги, или как доказать, что это его деньги? Как узнать, чьи это деньги? Как? И все в городе спорили: «Нет, я думаю, что Ахмад, он прав. Нет, не может быть. Рыбмойше, он такой праведный, и он всегда, всегда улыбается. Ну и что улыбается? А вот он взял у Ахмада деньги. Нет, он не брал». Все спорили, кто же прав. Ахмад или Мойше? Мойше или Ахмад? Никак не могли решить. И взрослые, и даже дети, все спорили, кто же прав. Ой, ему ж глава города, главный судья, он все время думал об этом и думал, никак не мог решить. Он тоже никак не мог решить, кто же прав. Он ходил целыми днями и все время думал, как же решить этот вопрос. Однажды он шел по улице, и вдруг он увидел детей, еврейских детей, которые играли, прыгали, скакали. А? Три мальчика? Нет, я вижу тут не три мальчика, я вижу тут целых пять мальчиков. Опс, на этой картинке. О, сколько мальчиков. Может быть, их даже было больше, но они не все поместились в картинку.
Ага. И вдруг один мальчик красивый с такими длинными пейсами, завитушками. Ага. Он вдруг говорит: давайте играть в суд над продавцом масла и продавцом духов. Давайте играть в суд. Давайте, давайте, давайте играть в суд. Я буду судьей, предложил этот мальчик. Да, ты будешь судьей, а ты будешь продавцом масла, а ты будешь продавцом духов. А вы все будете сидеть вокруг, как весь народ сидит на суде, и мы будем играть в этот суд. Все согласились, все заняли свои места, и начался суд. А главный городской судья, он стоит в сторонке, и он смотрит, как же эти дети решат сложный вопрос. Как же они решат, кто прав, а кто виноват? Как же они это решат? И вот этот мальчик, который предложил играть в суд, он встал на высокий камень, он судья, и он позвал: продавец масла, что ты можешь сказать? Встал мальчик, который в игре был продавец масла, и он стал рассказывать: я заработал эти деньги, я так тяжело работал, ко мне приходило много людей, и каждому я продавал то, что он хочет, и никогда не обманывал их, я заработал эти деньги. Так, что скажет продавец духов? Встал другой мальчик, который играл, как будто бы он продавец духов. Я сказал первый, что они в красном узелке завязаны. Это мои деньги, он у меня украл. Так он сказал. Тогда этот мальчик, который играл в судью, он сказал: сейчас мы все узнаем. Принесите мне таз, наполненный горячей водой. О, таз с горячей водой. А? Принесли ему как будто бы таз с горячей водой, и он говорит: положите монетки в горячую воду. Они как будто бы положили монетки. Если, сказал он, если эти монетки были получены в лавке у продавца масла, да, то масло, оно в горячей воде всплывет кверху, поднимется. Они испачканы в масле, эти монетки, и масло поднимется сразу в горячей воде. Наверху мы увидим, что сверху плавает масло, и поймем, что эти монетки принадлежат продавцу масла. Он их заработал. А если никакого масла не появится, то значит эти монетки принадлежат кому? Они принадлежат продавцу духов. Духи в воде не поднимаются. Духи, они только пахнут. Услышал это главный судья. Вай! Он никогда не думал, что так можно выяснить, кому принадлежат монетки. Он подошел, сказал: ой, какой ты молодец, какой ты умный, как ты догадался. Он подошел, он этого мальчика, он его поцеловал. Он его поцеловал. О, теперь, сказал он, теперь я знаю, как решить этот сложный вопрос, как решить, кто прав, и кто виноват, и кто обманывает, и кто говорит правду, и кому принадлежат эти монетки. На другой день он объявил всему городу: все, собирайтесь, сегодня я решу этот затянувшийся длинный-предлинный суд, кто прав и кто обманывает. Все жители города собрались посмотреть на суд.
Все собрались. Вот, когда все собрались, пришел продавец духов и привели из тюрьмы Рыбмойша продавца масла, принесли этот узелок с деньгами, с золотыми монетками. И судья сказал: «Теперь принесите мне большую чашу с горячей водой». Принесли большую чашу с горячей водой. И он все монетки, он развязал их и высыпал их в горячую воду. И как только монетки попали в горячую воду, так сразу на поверхность этой воды поднялось что? Что поднялось? Масло. Масло, конечно же, оно сразу поднялось. Масло, оно всегда плавает сверху на поверхности воды. И главный судья, он спросил у всех людей: «Вы видите? Ну что вы скажете, чьи это монетки?» И весь народ сразу сказал: «Конечно же, это монетки продавца масла! Конечно же, это монетки Рыбмойши! Ах, Мадонна, обманул, обманул!» Вот эти монетки положили эти монетки. Как только их положили в горячую воду, сразу масло поднялось наверх. Посмотрите, какую морду скорчил Ахмад. Ой, теперь все узнают, что он вор. И как сердится главный судья на него, что он хотел обмануть. Он хотел всех обмануть, хотел нечестно забрать себе деньги. Ух, как он на него сердится. Деньги сейчас же отдали Рыбмойше. А Ахмада отправили его обратно в тюрьму. Посадили этого Ахмада в тюрьму, дали ему строгое-строгое наказание, долго-долго быть в тюрьме за то, что он хотел обмануть. И все люди, которые видели этот суд, они закричали: «Браво, судья! Ура! Какой умный у нас судья! Он всех рассудил по справедливости! Молодец, судья! Ура, ура нашему главному судье!» А судья, он сказал: подождите, подождите, это не я придумал. Это придумал один маленький мальчик. И я услышал его выдумку, и я сделал так, как он сказал, и это помогло найти правду». И он позвал этого мальчика к себе, он позвал его. Тут здесь видно, как монетки отдали, кому монетки отдали? Продавцу масла. А, продавца духов отправляют. Да, Ахмада отправили в тюрьму за обман. А этого мальчика, главный судья города, он его позвал к себе, он его поставил на свое высокое судейское кресло, и он сказал: вот кто придумал, как решить эту тяжбу, этот суд. Вот кто придумал, как найти правду, и кто говорит правду, а кто нет. И все сказали: «Ой, молодец, молодец, мальчик, молодец, мальчик, мальчик, как тебя зовут?» Они спросили. А его звали Его звали Лива Юда этого мальчика звали. И все увидели, какой Лива Юда, какой он умный и какой он догадливый. И действительно, когда этот мальчик вырос, он стал очень-очень большим равом. Его называть стали все Мораль из Праги. Вы слышали когда-нибудь про морали из Праги? Нет? Но я потом я...
О, некоторые слышали про Маараля, да. Потом я, Безрат Ашем, с Божьей помощью, я расскажу вам еще истории про Маараля и как он решал всякие сложные вопросы, и как он защищал евреев от всех злодеев и всех врагов, которые пытались евреям навредить. Так вот, еще когда он был совсем маленьким мальчиком, он был уже таким умным, и он помог спасти еврея и наказать злодея и обманщика. Чему нас это учит? Кто может мне сказать? О, нельзя воровать и обманывать. Тот, кто ворует и обманывает, что с ним в конце концов случится? О, он получит свое наказание. А почему вы думаете, что он получит наказание? Кто поможет выяснить? Кто поможет узнать, кто прав? Ашем, 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 он все видит, он все знает, и он помогает праведникам, а злодеям дает наказание. И он посылает нам ум, и он посылает нам всякие придумки, как себя вести правильно, и как выяснить правду, и как узнать, кто прав и кто виноват, но не всем, только тем, кто действительно праведник и кто всегда-всегда старается делать только хорошие вещи, только хорошие поступки, тем Ашем обязательно помогает. Вот такая история про двух продавцов, про продавца масла и продавца духов и про маленького судью. Да. Кто хочет спросить? Да. Это не зависит от возраста. Ашем выбирает того, кто заслуживает, и ему посылает правильные задумки, и ему посылает, дает ум и дает смелость и возвышает праведных и наказывает злодеев. Совершенно верно. Так, кто-то еще что-то хочет сказать, спросить? Да, еще 2 минутки есть, когда я еще могу ответить на вопросы, если кому-то что-то было непонятно. Всем все было понятно? Тогда я сегодня с вами прощаюсь. До свидания, мои малыши, которые большие, на самом деле большие, прибольшие малыши. Я желаю, чтобы... Да, до свидания. А вот что-то Илана хочет спросить. Да, я слушаю. Порисовать. Не знаю, может быть и можно, но я сейчас отсюда выхожу. Это все-таки не моя комната, это комната Рабанит Катсон, Рабанит Кэрин Катсон. Да, я здесь не могу решать, можно у нее рисовать или нет. Я сейчас через минутку я отсюда выйду. Разрешает. Ну хорошо, тогда можно рисовать. Я с вами прощаюсь, всего доброго. Я желаю, чтобы каждому из вас, каждому маленькому и большому еврею, чтобы Ашем дал ему много-много ума, чтобы вы могли понимать Тору, и чтобы каждый из вас стал большим-большим-большим раввином, и чтобы вы всегда помогали друг другу, всегда любили всех евреев, помогали всем евреям, и чтобы весь еврейский народ, весь еврейский народ, чтобы заслужил в суде у Ашема, чтобы он заслужил оправдание, прощение за все грехи, и чтобы у всех евреев был хороший, хороший, счастливый год. До свидания.